Всем привет, дорогие друзья, с вами Шуиль, мы играем в Flappy Race, это симулятор водных гоночек, наверное, и мы сейчас попробуем как бы поиграть, вот 23 место, опа, так, во, ух ты, чуть левее, чуть под... вот, чуть вперед, ух ты, во, пролетаем, 17 место обгоняем, уже какое, 16, а-а-а, 15, 16, все, типа, а, мы все проигрываем сразу. Если мы попадаем, проигрываем, я думаю, мы начинаем все снова, оказывается, нифига. Вот, справа, ну-ка, давай-ка. Да ладно, блин, почему сразу проигрываем? Почему? Ох ты. Реклама тоже здесь есть. И она такая какая-то непонятная. Ладно, если мы проиграем, мы здесь получаем с рекламы. Но я не стал уже убирать эту рекламу, как вы знаете уже. Сами посмотрите, как здесь все происходит. Вырезать нету времени. Раньше вырезал. Вообще интернет просто отключал. Здесь все-таки нет на все это времени. Так, и давай-ка вух. А, сучка! Вот я жадность, блядь. Да вообще можно даже не делать, хотя бы до финиша доехать. Не, 109, в принципе, мы сможем вообще, то есть... Окей, во. Давай-ка. Бэм. Вау, блядь. Ну, два раза прям, два раза хватает, в принципе. Остальные разы раз... Вот здесь вот, блядь, ну не два раза. Вот, а это меня все сбивает с колеи, прям, блядь. Сбивает с колеи. Реклама вроде есть, а вроде непонятно, что ее нету. То есть 20 секунд. Ну, давай, где там пропустить-то можно? То есть мы обязаны смотреть 30 секунд, ебать, нифига себе, из всего обзора мы еще половину только рекламы. Ну... Так уж бывает, что такие игры бывают. Вы все равно не все игры смотрите, блядь, из 30 обзоров. Что ж поделать. Есть всякие здесь, как называют, индивидуумы. Ну вот ради нее только отключает, я не знаю. Ну, блин, ну почему? И опять дальше с рекламы. Сука, так не реклама. Нет, два раза, по-моему, умираешь, и тебе реклама только. Я даю до финиша вообще. О, большая волна, мы убираем. Вот. Здесь даже какая. Вот. Просто надо перегонять их. Не обязательно... Ох ты. Вот, 10 место уже. В принципе. Два раза перелет, когда через одну волну, через этот раз два. Давай-ка. Второе место. Ну, в принципе, почти первое. Ух, неужели дошли просто до финиша? Посмотреть видосики и на 720 увеличивается. Нет, спасибо. А типа вам понравилась игрушка? Ну, игрушка понравилась, только если без рекламы вот такой назойливый был бы, то вообще нормально. Понятно, что разработчикам что-то жить надо, но не та игрушка, которая прям уж столько назойливой рекламы должна иметь. Так, сучка. Ну да, то же самое. Так, выбираем звук. А, давай-ка. Вот, все, можно пропустить. А, ну вот этот драйвинг, паркинг. Кстати, паркинг, драйвинг, надо посмотреть, что за игрушка. Тоже я что-то в рекламе уже видел. Можно, кстати, даже отсюда качать. Раз, два. Ну, в принципе, я не знаю, что за игрушка. Сейчас попробуем, сейчас проиграем. Я не знаю здесь, как бы, что показывать-то. Блядь. А что здесь можем покупать? То есть мы
То есть, а, здесь увеличение только на 200, и это. И все. Увеличение скорости полета. А так, по сути, ничего такого здесь нету. Ну, вот увеличил, кстати, нормальная скорость, да? Но, по сути, что, зачем? Так, просто, не знаю, для отвода глаз это. Ладно, ребят, в принципе, вы поняли, что за игрушка, в смысле, то есть дальше уже нету, здесь ничего больше нету, кроме как вот едешь, что-то нажимаешь, переворачиваешь, и уйму и реклама. Если хотите, оставлю ссылку в описании, на этом все, с вами был Швиля, до новых встреч, пока.